На обочине у главной дороги по улице Силикатной зачастую можно встретить скопление фур и большегрузного транспорта. Доставляя продукцию в расположенные рядом организации, водители грузовиков паркуются прямо здесь, возле запрещающих дорожных знаков. Вы в курсе, что вы стоите с нарушением? Да, тут просто встать негде. Но я понимаю, встать негде. Знак стоит 3.27, работает эвакуатор и спереди, и сзади вашего транспортного средства. Вы же тем самым создаете помех движения. В ходе рейда инспекторы Мытищинского ГИБДД выявляли не только нарушения, связанные с парковкой в неположенных местах. Обращали внимание и на наличие тахографа. Это техническое устройство, которое фиксирует скорость движения, маршрут, режим труда и отдыха водителя. В связи с проводимыми операциями и грузовик, и тахограф за нарушение действия дорожного знака мы напишем административный материал. Сумма штрафа будет 1500 рублей, 750 рублей в оплате со скидкой. Теперь нарушителю придется заплатить штраф за парковку в неположенном месте. Сам водитель понимает, что виноват, но объяснять свое поведение просто. Здесь нигде нет парковок, и кругом знаки «Запрещена остановка». И куда я должен деться? Вопрос хороший, но правило есть правило, ведь на проезжей части главная безопасность движения. За этим на регулярной основе и следят сотрудники ГИБДД, проводя профилактические рейды. Это проводится регулярно, ежедневно, потому что поступает множество количества жалоб непосредственно по улице Силикатной. Да не только вообще, во всем городском округе много жалоб. Но здесь, так как много находится предприятий, естественно, сюда и едут весь грузовой транспорт. За прошедший год на дорогах городского округа Мытищи инспекторами ГИБДД в рамках проводимой операции «Грузовик» было выявлено более 150 нарушений. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Мытищинский.